Приветствую вас на канале Алковита. Хочется сделать ароматный медовый дистиллят. Здесь у меня 15 килограмм медовой пенки. Что такое медовая пенка? Это все то, что скапливается перед фильтром. Вот эта пена собирается, когда перекачивается мед и сод. Здесь есть и мед, и воск, и забрус, и пыльца, и перга. В общем, все-все есть. По идее, надо было все в бродильную емкость, и во время брожения, именно в самую активную фазу, когда брага как следует разогрета, воск весь всплывет, будет плавать на поверхности, и можно будет его отжать. Но я же хочу основную часть отжать до брожения. Я так уже делал в прошлый раз. В общем, разделил на две части, в ведре где-то осталось треть, в бродильной емкости две трети. Я сейчас буду это все заливать кипятком, перемешивать. И дождусь, пока остынет. В общем, воск будет весь плавать на поверхности плотной коркой. Я потом его удалю. Получилось очень мало воска. В прошлый раз было его гораздо больше. Это вот такой я смял. И еще ситом откидал вот немножко. Это я буду выкидывать. Здесь у меня получилось литров 25. Сейчас я буду сюда добавлять воды постепенно до 50 литров уже холодной. Воск будет застывать и будет на поверхность всплывать уже такими кристалликами. Такой корки уже сильно не будет. Добавил холодной водички. Получилось 50 литров. Замеряю плотность. Плотность составляет 19%. Это означает, что у меня в емкости 9,5 килограмм сахара. Друзья, буду использовать Turbo 48. Это американцы, фасовка Россия. От компании Виномакс. На сегодняшний день это одни из самых дешевых дрожжей турбо, которые не обладают никаким дополнительным ароматом. Я знаю таких позиций 1, 2, 3. Вот Turbo 48, Turbo Best и Turbo KZ. Просто эти немножечко дешевле и в магазине, скажем так, хуже продаются, но ничем не уступают. Рассыпаю на поверхности и минут через 10 перемешаю. Вообще такие дрожжи рассчитаны на 20-25 литров браги на 7-8 килограмм сахара. У меня здесь 9,5 килограмм сахара и 50 литров браги. Я думаю, сидят за милую душу. Вот такая брага у меня получилась. 3 дня очень активного брожения и уже, по-моему, дней 5 она стоит, осветляется. Сверху очень много слой воска, прям такие крупинки. Не знаю, осветляется или нет. Из-за этого воска непонятно, честно говоря. Совсем не сладкая, очень медовая. Мне даже кажется, что очень такая крепенькая. Как бы там ни было, через мелкое-мелкое сито стараюсь максимально этот воск задержать. Мне он в кубе не нужен, иначе потом отмыть его будет тяжело, вот как на стенках. Отмывается потом только кипятком. И то он весь размазывается по стенкам, и, в общем, тяжело будет его убрать. Один пыжик меди, первичные головы. Фотоаппарат что-то заглючил, и пару роликов не сохранилось. Итак, спирт-сырец с медовой пенки очень ароматный был. Его было 13 литров. Аромат именно вот меда в сотах. Это уже итог дробной дистилляции. Получилось 4 литра. Ну и цифры. Объем 13 литров, крепость 38. Головы 5% отбирает, так как были первичные головы с браги. Голов получилось 350, немножко запасом. Тело отобрал без дефлегматора 1250 мл, затем подключил дефлегматор и доотбирал. Все было ровненько, все было аккуратненько, без каких-либо косяков. Прошло 10, может быть 12 дней, все никак не доходили руки попробовать. Но пробую медовый самогон. Аромат очень фруктовый, очень такой нектарный. Ощущаю немножко аромат сот в дистилляте. Вдыхаю полной ноздрёй. Нет, резкости вообще нет. Даже есть какая-то очень такая яркая дюшесность. А закусывать я буду вкуснейшей домашней пиццей. Итак, прошло минут 5, пробую на аромат еще раз. О, дюшесность немного спала. Знаете, такой цветочный, вот, цветочный аромат. Я сказал нектарный, цветочный аромат.
Очень приятно, черт побери. Ну, быть добру, за нас, будьте здоровы, ура. Первое. Но дистиллят мягкий, ребята. Просто провалилось и все. Ребята, это супер. Это супер. Мед. Поймай, пока не понял. Вот просто как глоток воды провалился. Вообще просто. У меня такого давно не было. Ну что, очень мягкий получился дистиллят. Но почему-то меда я не уловил. Возможно, из-за этой мягкости. То, что так все классно провалилось. Надо бы еще немножечко. На дегустацию у меня вот совсем чуть-чуть. Остальное уже все укупорено. Друзьям еще пока не раздавал. Но чувствую, что он будет пользоваться очень хорошим спросом. Ну да, что-то такое фруктовое, цветочное. Соты, знаете, есть, но вот, возможно, даже я и хочу уловить. Нет, есть, соты есть. Цветочные соты на аромат. Угу. Ну что, вторая, как говорится, закрепляющая. Ё-моё, как в песок говорится. Поразительно, вот питейный продукт. Я ничего не ощущаю. Технический напиток совершенен. Ребята, его реально можно выпить, я не знаю сколько. Я обычно прихожу с работы, первая стопочка всегда такая жесткая, проваливается немножко тяжело, потом вот. А здесь прям что первая, что вторая. Поразительно просто. Конечно, меда хотелось бы побольше. Но будет в скором будущем очень интересный эксперимент. Я попытаюсь его осуществить. Я все-таки добьюсь того, чтобы яркий медовый был дистиллят. Ну, если не получится, тогда я скажу, что да, действительно, мед – это такой продукт, который практически без добавления меда невозможно добиться. На встрече самогонщиков был такой очень интересный дистиллят «Медовое яблоко» Сергея, кто практикует один перегон. Вот, так там был просто аромат меда и яблок. Все просто были в восторге. Оказывается, он сделал яблочный дистиллят и при перегоне в сухопарник добавлял. Ну, у него вот колонна, а в колонне есть сухопарник джин-корзина. Джин-корзину он добавил несколько ложек меда. И вот у него получился очень такой медовый дистиллят. По такому пути я не пойду. Я хочу сделать немножечко по-другому. Ароматные водки меня не привлекают. Мне все-таки хочется передать аромат меда именно с сырья, не добавляя никаких дополнительных ароматов. Ну, попробую, посмотрим. Там уже решим. Итак, третье. Чтобы все у вас было хорошо, черт побери, давайте за вас, будь добро. Один из немногих дистиллятов, который вообще не хочется запивать, заедать. Ну все, первая, вторая, третья, все прошли на ура. Резюмирую, дистиллят получился очень мягкий, прям чрезмерно мягкий. Я таких уже давно своих дистиллятов не помню. Все-таки это сырье. На аромат меда не хватает. Конечно, хотелось бы побольше аромата меда поймать. Но четкий цветочно такой аромат с едва уловимыми сотами аромата, это есть. Твердая пятерка с минусом. Что на аромат, что на язык. Немножечко не хватает. Но мягкость это вот все 6 баллов. Очень мягкий дистиллят. Повторюсь еще раз. Очень мягкий дистиллят. А на этом я с вами прощаюсь. Берегите себя. Пейте только качественные напитки. До свидания.